Всем привет, это канал PhysicsAy. В этом видео я и мои друзья играли в Among Us, игра, в которой членам экипажа нужно выполнять различные задания. Но в это время им мешают предатели. Здесь суть примерно такая же, как в игре «Мафия». Игроки с помощью голосования, догадок, или, может быть, просто они спалили кого-то, пытаются определить предателей. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра. Юля, смотри, теперь ты... Чёрт. Бумажка. А что, всё зашли? Всё, давайте мутимся. И не разговариваем. Во время бега только на голосование разговариваю. Всё. Так. Я убийца. Нужно сделать так, чтобы все умерли. Ага, и уже саботаж. Юля, зачем ты начала саботаж? Ну ладно. Допустим, хорошо. У меня какой-то план капкан. Офигеть, все вчетвером выполнили. Так, в электричество пойдем. Может быть, как-нибудь потом закрыть дверь, если кто-то забежит в электричество. Так, закроем. Убиваем. Убегаем. Так, мы были, если что, здесь. Мы ничего не знаем. Так, я пойду сюда. Все нормально. Я вообще с Юлей рядом побуду. Ой, блин, опасно на самом деле. Тихо, ты что так резко? Я же боюсь нахер. Тихо. Надеюсь, меня никто не видел. Мы с Юлей, если что, бегали. Привет, Юля. Опа, что такое? Олда, кто у нас в фуражке бегает? Юля не в фуражке, я не в фуражке. Печенюшка, кажется, тоже без фуражки. Я с короной. Кто в фуражке? Телорезка с рогами. Макс с шапкой. Я с газовой маской. Я с человечком на голове. Ну ж понимаете, типа, то, что типа сейчас закончится, мы увидим, кто с этой. Я с рожками, мне это бояться нечего. Линолеум был. Макс, что у тебя? У меня шапка. У него шапка, это линолеум. У линолеума была фуражка. У меня человечек на голове. Блин, вспоминаем, у кого фуражка, отлично. Интересно. Скипните, просто и заново проголосуем. А как скипать? Внизу скип войд. Походу, нас всех, знаете, распалился, когда я вылезал из вентиляции, блин. А, предатели же двое. А, Макс фуражки. Макс фуражки. Все понятно. Макс. Опа, не получится нажать. Не получится нажать. Не получится нажать. Нельзя нажимать. Что-то как-то изи просто. Вот, блядь, вот Макс. Надо было за Макса голосовать, потому что тебе рассказали, а Макс сидит такой. Никита, кто тебя? Просто ко мне забежала Юля с Максом. Я Макс убил. Что-то как-то изи. Я знаю. Просто, чтобы вы понимали, я стоял и типа передавал... Я так обос... Я такой, я вылезаю из вентиляции, никого не вижу. И тут неожиданно кубик появляется. Я такой, блядь, походу меня спалили. Кубик убегает, я такой, ну ладно, я думаю, меня не спалили, надеюсь, меня не спалили. Кубик нажимает, кто был в фуражке? Я такой, блядь, все пиздец. Я такой, я в шапке. Ну это было весело, мне понравилось. Мне понравилось, я хочу еще. Животное. Ну это была красивая каска. Так, я запомнил, кто в чем. Я опять предатель. Капец. Что-то ко мне как-то. Thank you.
заебали. Это было рядом... Походу я засейвился. Это было рядом с медпунктом. Я была в электрофиксации. Вульф был со мной, Юля была со мной, я видел Юля. Это я на тебя смотрел. Юля побежала в электричество, это точно не она. Хотя... Кобик тоже нет. Кобик был справа, типа, он туда прибежал. Короче, ну, а в смысле я? Мне кажется, он опять захилил и зарепортил. Юля, я с Юлей бежал в сторону электричества, я потом побежал в реактор, и мне нужно было задание в медпункт. Никита, а где ты умер? Я? Не, Бадас. Да, кстати. Умер в центре, там где... Не знаю, мне кажется, это Вальфика, потому что Вальфик... Я с Вульфом бегал, нет, я с Вульфом бегал. Там ты кнопка ли? У меня алиби. Где ты умер? Подожди, так Никита Журмин. Ну, перед туннелем командным там. Нет аргументов, скипайте, всё. Всё, нет аргументов. Ну ладно, давайте скипнем. А чё вы сразу скипаете? Опа, печенька. Хорошее подозрение, хорошее подозрение. Это пафилка. Бля, вот зря вы скипаете. Реально. Сейчас какой-нибудь вырежешь. Я думаю, что это кубик убил, давайте меня бегал. Я возле тебя бегал. Мутимся, всё, мутимся. Не спалили, капец. Мы вместе бегаем, если что. Вот я спокойный, хороший, мирный. Куда-то убежал. Я за Юлей прослежу. Куда Юля убежала? Что за бред? Ну ладно. В столовой, наверное, где-то бегает. Кто в столовой? А вот Вульф в столовой. А вот Юля. А, все нормально. Вон все бегают. Нормально. Все-таки. Мне же все-таки задание в медпункте надо выполнить. Так, сделаем вид, что выполняем задание. Хорошо. Опачки, а что это не вдруг? Кто? Кого? Что случилось? Интересно послушать. Я просто чтобы скипчил эту хрень у убийц. А, ну ладно, тогда скипаем опять. Блять, сука, пульт за мной следишь. Блять, сука, я блин. Саботаж. Чё это, блин, за мной следит? Не знаю, посмотреть, нет. Может кого-то убили, типа. А, нет. Кто ж, типа, что-то может это... Мне нравится, как кубик действует, блин. Он какой-то очень... Слышь, я стою, чекаю тебя, я смотрю за Максом в медпункте. Смотрю, он смотрит на меня, и вдруг передо мной прямо редко двери закрываются. Ты знаешь, это... Значит, это ты закрыл. Не, я говорю, я-то не закрыл. Двери, вот, закрываются двери, и я такой, блин, сейчас ты... меня Макс пырнет на жопу. Подожди, я такой стою, типа, бля. Подожди, кто... Ты где в это время был момент, когда двери закрыли? Ты был в... Не, уже смешает. В медпункте и... Смотрю на тебя, и за мной прямо двери закрываются. А, ну тут ты пытался меня закрыть, значит. Меня я смотрел на тебя, я не в медпункт. Я тоже смотрел на тебя, я боялся тебя. На кухню двери закрыли. Я камеры открыл, я видел Макса и Кубика на камерах. Макс побежал налево, Кубик стоял внизу. Это было возле... Я в медпункте задание оставалось. Я тебе говорю, что не в медпункт дверь закрылась, а в медпункт закрылась. Мы с ним в этом. Подожди, стой. На кухню, не в медпункт дверь закрылась. Между медпунктом и кухней? Да, вот эта дверь. Я думал, что это ты меня сейчас зарежешь, нафиг. Нет. Я уже такой сижу, слушайте, типа... Меня очень смущает Кубик. Он сосуду с Максом подходит к нам в Силарецк, мы с ним АФК. И он подходит с Максом, Макс, и слишком аккуратно. Понимаешь, сейчас... Сейчас что-то
все аккуратно играю, поэтому я не знаю, кто. Все выполняйте задание, да, выполните задание. Я не выполнил то задание, вы, блядь, мне помешали. Выполняйте. Что-то делать с этим. Это был Макс, я видела лично то, что... Это был Коки? Это был Сосу, который... Макс, я увидела. Нет, это не я. Макс, извини, но это был ты, я его увидела. Я именно в этот момент начала бегать к выходу. Так рядом еще был и Сосу. Так соси. Ну как хотите, я ладно, я не против, хорошо. Только вы проебете потом. Макс, я не против. Ладно. Голосуй сам на себя, Вафел. Хотя... Кто убийца-то? Макс. А где, кстати, кубик умер? Где? Кстати, Сосу скипнул. Единственный, кто скипнул. Я догадываюсь, кто второй. Сосу скипнул. Давай, летаю за гейм. В зеркало давно смотрелся. Так, все побежали через верх, а я не могу сказать двери, да? Во время саботажа. Ну ладно. Смерть. Можно после саботажа. Это Сосу. Я просто забегаю и вижу кровь, как хлестнула. Ебать ты. Это просто... Так я, очевидно. Я забегаю в реактор и вижу... Мы бегали с Юлей, я забегаю в реактор, просто он на сроке зубы дохлый. Я забегала. Ну давай за Сосу. Удивительно, впервые... Я не понимаю, Макс, что с тобой? Хотя на сроке... Не, подожди, Макс, что ты нам руководила, чтобы зайти в пул устоящих людей в комнату и залезать? Я не заметил. Что тебе? Я не заметил их. Ты не заметил всю сеть. Я забегаю. Я думал, все побегут наверх. Можно было выиграть только если правильно убить вас во время саботажа и все. Опа, фокус. Юля, зачем ты мне здесь? Я его срать жопу руками. Фу, блядь. Так, не стоит, погодите. Если не вытаскивать жопу руками... Леня тоже хочет спрятаться. То говно! Заткнись! Если не вытаскивать жопу бумагой, то говно останется на руках. Ау.